Всем привет, кто смотрит это видео, и сейчас я вам покажу, как быстро отписаться от всех каналов YouTube, на которые вы подписаны. Сразу скажу, что это не просто нажать волшебную кнопочку и все готово, но даже если вы подписаны на 500, 800 или 1000 каналов, то это не займет у вас много времени. Примерно около 5-10 минут на такие цифры, может и быстрее. И переходить или открывать новые вкладки и ждать загрузки каналов не надо будет. Итак, сначала авторизовываемся в YouTube. То есть заходим в свой канал. Затем нажимаем на значок меню, я здесь указал стрелкой. Далее переходим в подменю «Управление подписками». Здесь в левой части будут видны названия и значки каналов, на которые вы подписаны, а в правой части настройки сортировки, кнопки «Подписки и отписки каналов», настройка показа их новостей. И здесь уже жмете подряд на все каналы «Отменить подписку». Конечно, это не поставить галочку «Отметить все и удалить», но и не нужно открывать новые вкладки на каналы и ждать загрузки страницы, чтобы отписка прошла нормально, без глюков. И не нужно обновлять страницу каждый раз. Так что таким образом, без особого труда и за короткое время, можно быстро отписаться от всех каналов. Другого легкого способа пока на данный момент нет. На этом все. Если это видео оказалось для вас полезным, то говорим спасибо через лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока!